Сначала хочется мне понять, какие именно компенсационные пакеты чаще всего попадают под сокращение. Ну, во-первых, нужно отметить, что под сокращение попали почти все виды льгот. Но больше всего пострадало проведение корпоративных мероприятий для сотрудников. Здесь, конечно, нужно отметить, что это связано в том числе... Извините. Давайте я снова вопрос вам тогда задам, наверное. Да, ну.